21 ноября в мире отмечают День телевидения. Эта технология спустя многие годы после изобретения все еще остается самым влиятельным средством массовой информации. Но чтобы выживать в современном мире, этой сфере приходится развиваться. Поэтому вся Россия сегодня активно готовится к большому и важному шагу – переходу с аналогового на цифровое вещание. Приморье – не исключение. Избавиться от старых стандартов наш край уже готов. Так как Приморский край был регионом первой очереди строительства, то есть цифровое телевидение там появилось, скажем так, намного раньше, чем в других регионах. Это, напомню, 2011 год. И информационная кампания там ведется тоже уже на протяжении 6 лет. Есть все шансы, что Приморский край войдет в регион первой очереди отключения аналогового вещания. Новый формат телевещания появится по всей стране уже к лету 2019 года. Но некоторые регионы, такие как Приморский край, готовы к переходу уже этой зимой. Происходить это будет постепенно. Уже сейчас специалисты информируют население об этих новшествах. Правда, у людей, особенно живущих в отдаленных селах и деревнях, ожидаемо есть опасения вовсе потерять телевидение. Здесь все вещание держится на обычных антеннах и на стареньких телевизорах. Таких зрителей к 2018 году осталось немного, но они есть. Весьма приблизительные данные об этом, да, они гласят о том, что эта цифра очень мала и никакого существенного влияния на переход на цифру не окажет. Но понятное дело, что как бы каждый житель, да, это для нас, да, как бы кажется, что это мало там, да, людей. А для каждого из них, ну, как бы это целое, ну, как бы событие будет отключение вещания. Чтобы перейти на цифру, некоторым понадобятся специальные приставки, а жителям глубинки и вовсе целые спутниковые наборы. Самые дешевые телеприставки обойдутся в сумму около 1000 рублей. Спутниковое оборудование будет дороже, около 5-6 тысяч. Некоторым жителям эти затраты возместят. Еще летом был разработан законопроект, мы его согласовывали с Министерством финансов, и 28 ноября на нашем законодательном собрании будет рассматриваться этот законопроект, который предусматривает компенсацию. Такая компенсация будет предоставляться пенсионерам, малоимущим, одиноко проживающим гражданам, многодетным семьям и малоимущим семьям. Узнать подробнее, затронет ли вас переход с аналогового вещания на цифровое, а также что делать в таком случае, можно по горячей телефонной линии. Местным специалистам РТРС сейчас очень важна статистика и информация о пользователях аналогового вещания. Они отмечают, что пока полноценный переход на цифру в Приморье назначен на январь месяц. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.